After the outbreak of the Second Chechen War, we decided to go to the camps of the Mujahideen, high in the mountains of the Caucasus. We wanted to hear their truth, and we ended up spending a month with Khamzat Gilayev, recognized by all Chechen clans as an excellent fighter as well as a spiritual leader. Наша доня идеологии, она простая очень, очень простая. Но я дом понимаю, что против этой идеологии поворачивается сегодня мир. То есть мир доня не хочет истину. Однозначно его время должно прийти. Не сегодня его время придет, завтра придет. Я думаю, эти выброски, и сегодня мы видим в мире. Еще раз и 100 раз я готов повторять, что мы боремся за истину. И если кто-то будет приводить нам примеры, факты, доводы, приведите, я говорю. Вы мне не показываете тех людей, которых голову резали англичанам. Вы их не показываете. Мне вот-вот они, чеченцы. Нет, это другая сторона. Эти те люди, которые воспитали спецслужбы, которые спецслужбы использовали в своих целях. И засняли этот момент и показали миру. Почему? Потому что России нужна война. Они хотели еще раз повоевать с нами. Почему? Потому что да они были просто опозорены перед миром. И вот они набирали скорость. Они провели работу, огромную работу среди нашего народа. Они провели огромную работу вокруг лежащих республик и в Дагестане, и в Осетии, и в Ингушетии. Они провели работу и в Европе, и в Западе, и в России, и везде в мире. Против маленького чеченского народа. И почему все это? Потому что уничтожит этот народ. Единственное, я вижу это. Khamzat Gilayev died fighting in the mountains of Dagestan. The Russians transported his body to Rostov, and his family still hasn't been permitted to give him a proper burial.